Вот это строительная организация, которая нам оставила вот проход для 6 семей. Если здесь зимой вот будет снег, сколько будет? Здесь даже вот с сумками здесь просто не подняться. Представляете? Вот смотрите, какой вот маленький проход. Эти люди говорят, что земля вокруг их домов в элитном районе Алматы оккупирована строительной компанией. Пару месяцев назад сюда приехали рабочие и возвели высокие заборы к заборам. Выход в город отрезан. Домохозяйка Сандуга Шалданбаева жалуется чиновникам. У ней в прямом смысле теперь нет иного выхода. 2 года назад мы построили себе, пристроили комнату, а теперь просто элементарно вот ее помазать глиной, там вот привезти, подвезти какие-то стройматериалы мы не можем, потому что эта организация закрыла заезд и не пропускает к нам ни одну машину. Вот. У меня ребенок маленький, вот 12 лет. Если он температурил, вот болел, я вызвала скорую помощь, а скорая помощь отказалась, говорит, у вас нет заезда, как к вам подъезжать. А от центральной дороги еще, если даже, вот, допустим, транспорт оставить на Шаймерденово, к нам надо еще идти где-то 100-200 метров. Другие жильцы сегодня прокладывают путь поверх барьеров через заборы. Вот здесь, вот они загородили, все, непонятно. Вот, посмотрите, как никакой подъездного пути здесь нету. Все загорожены. Покажи вон это. Вот смотрите, что это такое? Люди сами открывают уже, потому что выходить неоткуда. Некогда на этих 5 гектарах стоял лагерь «Гагаринец». Затем корпуса, напоминающие сегодня бараки, приватизировали бывшие сотрудники. Земли тут несколько раз перепродавались за $100 000. Борьба идет уже за считанные сантиметры. Люди открыто говорят о коррупции. Наши власти занимаются лишь популяризацией себя за границей. Хвалят Казахстан, какой он прекрасный, а о своем народе они не думают. Они 20 лет воровали, обогатились, а им все мало. Вот в прошлом году из области для Алматы было выделено 12 тысяч гектаров земли. Они говорят, что земли нет. Все государственные земли распродали частным лицам, фирмам. Теперь вот забрали у людей земли, проезжую часть. За этими ограждениями недостроенный дом Куралбека Акназарова. Чтобы попасть в него, сегодня надо буквально силой прорываться через охрану. Нам, чтобы построить эту времянку, пришлось экономить на всем, на одежде, на еде. Теперь посмотрите, что творят. Они просто отобрали мою землю в апреле и с тех пор не пускают сюда. А пока на территории бывшего детского лагеря вовсю работает бульдозерист. Местные жители говорят, здесь собираются строить элитную высотку. Именно она может стать причиной нового социального протеста.